Yeah.
всех Богу на земле мир, человеца благоволение. Слава Вышним Богу на земле мир, человеца благоволение. Господи, устья мои отвергнуты, и уста мои отвергнуты. Клянется впереди Господи и высокопреосвященнейший Владыка благословение. Помолись о нас, высокопреосвященнейший Владыка. Архиерейство да поменет Господь, Бог во Царстве и Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благослови, Владыко! Yeah.
Миром Господу помолимся, заступи
спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Израилевых и
Христе все, у Христа облеклось все. Аллилуйя. Господи, Господи, призри с небесе и вижде, и посети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница твоя, святый Боже. Святый крепкий. Святый бессмертный. Слово.
наукою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ученика глаголящий по Иисусе и носе. Обрякся же Иисус, и видев я по себе идущего глагола има, число ищета. Он же резко ему, рви, где же глаголица, сказал ему учителю, где же веши? И глагола има, приди ты и види та. Придосты же и видится, где живяше, и у него прибысто день той, беже час, яко десятый. Беже Андрей, брат Симона Петра, едино тобою, слышавшую от Иоанна и понемшедшую. Обретесь и прежде брата своего Симона и глагола ему, обретохом Мессию, еже есть сказаемо Христос. И приведи его к Иисусове, возрев же на ней Иисус рече, ты еси Симон, сын Ионин, ты наречешися Кифа, еже сказается Петр. Воутре же воскресе из этих в Галилею, и обрете Филиппа, и глагола ему, гряди по мне, беже Филипп от Вифсаиду, от града Андреева и Петрова. Обрети Филипп Нафанаила и глагола ему, его же писал Моисей в законе и пророце обретохом Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета. И глагола ему Нафанаил, от Назарета может ли что добро быть? Глагола ему Филипп, приди и вижди. Видев же Иисус Нафанаила, грядущих к себе, и глагола о нем, все воистину израильтянин, в ним, в нем же листи несть. Глагола ему Нафанаил, как у меня знаешь, отвечал Иисус, рече ему, прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суща под смоковницей видих тебя. Отвечал Нафанаил глагола ему, «Рави, ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израилев». Отвечал Иисус, рече ему, «За нерехти, яко видев тебя под смоковницей, веруешь, больше сих узреши». И глагола ему, «Аминь, аминь, глаголю вам». Отселе узрите небо отверсто, и ангелы Божии восходящие и нисходящие на Сына Человеческого. Good.
Спасенні, Господи, вірні, облачене, помолимся за Господь, помилуйте, огласіти словом істини, открытим Евангелие правды, соединити святе своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. Поглашение главы вашей, Господи, и преклоните.
Благословен гряды во имя Господне. Весь такой доходный Господь Бог, Отцарствуй с вами всегда, но не учись, но не учись. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Почившие мученики и исповедники за веру православную и Отечество Российское, о безбожных властей убиенные, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь причет церковный, братию и прихожан святаго храма сего, паству волгоградскую и камышинскую, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Твое да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Мире приносите.
нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастие Святого Духа буде со всеми вами. Христос, очисти,
Господи, и исповедую. Верую, Господи, и исповедую. Яко Ты еси воистину Христос. Яко Ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришеды в мир грешные спасти. Пришеды в мир грешные спасти. От них же первый есть аз. От них же первый есть аз. Еще верую. Еще верую. Яко сие есть самое пречистое тело Твое. Яко сие есть самое пречистое тело Твое. И сия самая есть честная кровь Твоя. И сия есть самая честная кровь Твоя. Еще верую. Еще верую. Молюсь оба тебе, помилуй мя. Молюсь оба тебе, помилуй мя. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститеся. Исподоби меня неосужденно причаститеся. Пречистых Твоих таинств, Господи. Пречистых таинств, Господи. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная днесь. Вечере Твоей тайные дни. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайну повем. Небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзание Тебе дам, яко Иуда. Не лобзание Тебе дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую Тебя. Но яко разбойник исповедую Тебя. Господи, во Царствие Твое. Помяни меня, Господи, во Царствие Твое. Да не в суд ли во осуждение будет мне причащение. И не в суд ли на осуждение будет мне причащение. Пречистых Твоих таинств, Господи. Пречистых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться сначала... Пусть идут дети. Не болтай. Отец, просто дякую. Yeah.
Освящай на тебя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твою силою и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир и Твоему дару и церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. И человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос воскресе!
Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправый, и сущим во гробе в живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, всех славных и всехвальных апостолов и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человеку любит. Счастлив, что вы пришли в этот день помолиться с нами вместе. И вот думаю, что Господь вас за это наградил непередаваемыми духовными переживаниями молитвы и радости о Господе. Понятно? Ну вот, старайтесь бывать в храме. Слава Богу. И именно вникая в то, что поется и что читается за богослужением. Тогда вы будете наполнены и в своем сознании, и в своем сердце, всем божественным, и Господь вас наградит долголетием и хорошими детьми. Что важно не в последнюю очередь, потому что если дети охламоны, то они обеспечат совершенно дикую, невообразимую муку для своих родителей. А зачем вам муку получать? Достаточно, если мы в ад попадем, там еще намучаемся. Но я думаю, что Господь вас за ваше усердие церковному служению от адских мук избавит. Понятно? Вот и вера вам. Слава тебе, Господи. Какие вы хорошие, добрые, красивые. До свидания. Спасибо. Встаньте на своих местах, пожалуйста. У меня-то сильная. Вы у кузнеца у нашего не видели. Подними головку. Чадо, ты девочка? Сладенькая. Какая сладенькая, красивая девочка. Спасибо, Елена. Господь с вами, Господь с вами. Ну что ты рот раскрыл, а? Молодец, как ты мне палец не откусил. Бабка, бабка, ты меня рыбки. Колбасы, коньяк, ну, двигайся сюда. Вот тебе. Вот тебе. Я дам тебе. А ты чего? Пугаешься. Я еще ни одному человеку ноши не оторвал. Mm-hmm.
Не верите? Не верите? Один веру еще нашел. Спасибо, Господи. Что мы сладенькие. Дай Бог вам. Счастье у нас, Господи. Какие вы хорошие, спасибо все. Благодатные. Благодатные. Господи, помилуй, да что ж такое случилось? Это вам ко мне на прием надо прийти. Я уже в колочку. Чтобы никто не видел, никто не знал. А ты чё, хулиганик? А? Воды? Благословитель Лира. Лира? Лира, да, благословитель Лира. Время отца и сына, и святаго духа, аминь. Бабки старые. Ах, молодец, так. Ты молодец. Ты тоже поешь? Молодец, как ты не бабка, а поешь. Слава Богу за это. Ничего, запаешь. У меня все поют. Почему не поешь? Ой. Ой, на мою бабу. Thank you.